Hey, hello everybody, what's going on here? I want to show you one video from wall. It's a video from one subscriber. Yes, it's not reacting. Please, wall, no need to strike at me. He's joking. Because I have strike from other videos of the other persons in the world from the Indonesia. But now we will watch your video. It will be interesting. Your Russian language is really, for me, cute. I was listening 30 seconds. 30 is 10. And after that, I feel some of the cool. Yeah, it's so interesting and need to show for everybody your progress. It's really cool that you have progress in English, and I really appreciate it. Go forward. Yes, and let's show it. Sorry if I maybe show it with your how to say it in the Russian, разрешение, without permission, or how to say it, разрешение. Is resolution without permission, resolution. Yes, let's watch it. Interesting. I think that I что я делал видео. Это Восток, новый день. Это Восток, новый день. Это Восток. Станция Отолу Восток. Восточная станция. Два станции. Да. Interesting. Yeah, interesting. Без шум. Без шума. Без шума. Without noise. Станция людей нет. Людей нет. Чистить окно и мы не можем. Чистить окно? Видеть. А, now is cleaning out the. Ну, сейчас мы. Out the windows. Ah, was dirty, but now we can see. Okay. Сейчас мы можем видеть эту улицу. Okay. Время 8:30. Okay. Работа начинается для многих людей 8:09. И моя работа начинается в 9 часов. Mm-hmm. Okay, my work started in. 9 a.m. Where is this? Waterloo is Britain. Это. О, like a Russian. Это очень большая станция. И история, я думаю, тысячи 1990 года основана. Founded, yes? Это новый магазин. Это новые магазины. Это этаж. Не знаю, что люди сказать. Это нормально. It's normally. It's okay. Oh, wow. What it? It's like from Madagascar movie. Птица хочет делать. Птица хочет кушать. Bird wanna do with люди. Интересно, yeah. Интересно. Новая платформа с людьми. Эскалатор. Поэтому сейчас у нас специальные Now места. Специальное место. Очень интересные книги у Англии. Это книги. Книги по Англии, ага. Книги Cornwall. By the way, I wanna say that it's not книги, it's выставка. Выставка is gallery. Gallery or it's выставка. Это выставка. And one more on the Russian language. Выставка с фотографиями. Это выставка с фотографиями. Здесь вы можете увидеть фотографии. This is gallery with photos. And you can see photos here. Картинки. Картинки. Paintings. Да, это books. Интересные. Картинки с снег.
Okay. Snakes. Oh, London. Снять. А, эти картинки сняты в Лондоне. These pictures shot it in the London. Картинки, Англии. И люди со времени видят это книги. О, это книги хорошие. Да, да, хорошие книги. Хорошие книги. Хорошие картинки. Изображение. Picture из изображения. Неплохо, да. Это книги, да. Может, я думаю... Что сказал? Это похоже на Бали. It looks like Bali. Да, это Seven Sisters. И это очень интересный. И я... Good attempt to describing, really. Я гуляю. Я гуляю. Это место. А, я ходил по этому месту. Очень хорошо. I walked. Да, I have walked on this place, yes? Я ходил по этому месту. Я ходил по этому месту. Я люблю картинки. Мне нравятся картинки на этой станции. Мне нравятся картинки на этой станции. I like these pictures on this station. And? Да. Да. Вау. Новый выход, что я сказал? What's more to say? Что еще сказать? И очень занят, занят, занят. Потому занят? Утро, много людей. А, люди очень заняты. Идти на работу. И они идут на работу. И полиция. Нет много что делать, потому люди не делают плохо вещи. И я идти на наш... Я иду. Место, кинотеатр. Я иду. Это интересный, хороший книжки, магазин. Я иду в кинотеатр, а это картинки. Да. Книжный магазин. Нет времени. Нет времени. Потому что тебе нужно идти в 9:00 на работу. You should to go to work on the 9 a.m. Yes. Перчатка. Окей. Gloves. Да, это перчатка. Перчатка или варежка. Glove is перчатка. Matter or how to say it is варежка. Потому сейчас в мой... Дом. Перчатка из glove without with this. 8-9 градусов минус, минус 8-9 градусов. Minus 8-9 degree. What? Это... И это очень холодно. Холодно? Yeah, it's so cold. I'm going to the cinema. Кинотеатр? Are you going to the job or cinema? Good. Good shoes. Under the street. Under the street. I want to say that this passage you wanna call this is passage called подземный переход. Подземный переход. Underground passage. Много. Что за space? Я не знаю. Много места. Место. Space is место, пространство. Это утро у меня интересное. Это утро у меня интересное. Что? У меня есть интересная идея. Переводить, я не знаю, переводить. Correction. Для моей ошибки и... Дорогой, ошибки, люди с... Мои ошибки
мои ошибки. Not мой. It's a rule. Ситуация. Да, можно делать групп, Telegram, Viber, WhatsApp. WhatsApp. Для ошибки и что сказать слов. Да, и это наше место. Да, и я... It's sunny. Мне нужно идти здесь и говорим с моими коллегами и делать многие вещи. Да, много конструкций. Конструкция? I think I'm walking. Потому я хочу... Вижу... Новый день. И река... Темпс. Потому у нас... Можно 10-20 минут. Для... Для... Что сказать? Что сказать? Да, начинаем... задание, я не знаю. Ивент. Ивент. Мероприятие. Я забыл. Мероприятие. Мой зиж. Забыл, забыл, забыл. Забыл. Окей. Okay. It's normal. It's okay. Один минут мы можем... Видим... Река. Я не думаю. Река. River. River. Реку. Мы видим реку. Это большой... We are watching river. И, это мотор, роллер, скейтер. Мотороллеры. Велосипед, машины. Метро. Велосипед. Велосипед. Да. И это новые, я думаю... Новые строения. New buildings. Для... Новые здания. Театр. Новое здание для кинотеатра. New buildings for cinema. Может быть тоже IBM. Maybe IBM. IBM is from Silicon Valley. Я забыл, национальный театр. Национальный театр. Англия. National theater. И, да. Of England. Ти... Люди... Дорогой коллеги... Но... Люди идут, коллеги. Знаем? Знает? Я не знаю. Коллеги, мог. Знаем мой лица, нет мой, но нет мой название. Да. Это улица. This is street. And I don't know what's name of it. И я не знаю, какое у нее название. Да. Сейчас хороший день. Солнце. Солнечный день. Хороший день. Небо. И... Где река? Река? Нет. Where is... River. Где же река? Где река? Это барьер. Барьер, ага. Ситуации нет. Машина на тротуар. Тротуар? Тротуар и sidewalk. Это маленький проблем. Yes. Машина на тротуар. Это будет... Нет, люблю это. Будет большая проблема, если машина поедет на тротуар. It will be a big problem if car will go to the sidewalk. А, it's purpose of the barrier. Заграждение. Заграждение, барьер. It's same. In Russia we use more заграждение. Дорожное заграждение. Дорожный барьер. Дорожный барьер, it's rare use, but... дорожное заграждение. Заграждение. Like a забор. Забор из fence. Севера? Fence, fence. I don't know how to pronounce it. 50%. 50% дороги мы прошли. Вау, круто. Cool.
вещи из Лондона. Вещи из Лондона? Достопримечательности Лондона. It's signs of London, yes? Things from London. Wow, what is the... Wow, is castle? Or what is? Is Disneyland? But it's England. London. Interesting. We can walk. Я думаю, это туристы. I think that they are tourists. No problem. Good English. I can describe more. Мы видим синее небо. We see blue skies. Это место очень хорошее. This place is very good. Skyscrapers. Небоскребы. Небоскребы. Большие здания. Длинные. Длинные. Tall. Big. Big builders. Tall builders. New skyscrapers. Небоскребы. Cars. Красная машина. Red car. Мы идем назад. Да. Назад. Но is back. Это мой маленький ролик. Это мой небольшой видеоролик. Специальное утро работа. И новые станции, станция Waterloo. One moment, I want to say. Это мой небольшой ролик. This is my small video. This is my small video, my not big video, about walking to the job. Это мое небольшое видео о прогулке на работу. Угу, окей? Good. Много людей здесь. Many people. There are many people here. И потому станция... север. Okay, I forget. Jesus. Okay. Это shot. Shot? Shot? What is? Это Thames Clipper. Это тоже транспорт. Who? Это тоже. Это Thames Clipper. Thames Clipper? What is? I don't know. What is? In Russia, в России, it's called, это называется... Это шар. Корабль. Ship. Ship or катер. Катер. Катер is Russian ship. Small ship. Ship for rivers. Катер. Катер, теплоход, пароход. Ход... is root of the word. Пароход. Because he use par. Par is smoke. To go. Теплоход. It's he use тепло. Тепло is warm. Это жизнь. This is life, yeah. Good. И видят многие голубички. И да. Не видят. Да. Окей. Люди. Место. Это
это фонарь? Фонарь, yes. Lanterns. Right, light. Street light. Солнце. Фонарь, верно? Да. Correct. Солнце. This is my... This is my... Это мой день, путь. И хорошего дня. Хорошего дня. Have a nice day. До скорого. До скорого. See you. Yeah. Good. Я хочу изучать. Ты хочешь изучать русский язык? Круто! Cool! Nice! You want to learn Russian language? Good. Downstairs. Пока. Yes, good. And I want to describe it. It's really nice. It's really good, really nice. And thanks so much for sharing for me. And if you can do same on the English language and describe it for me, street, this is this, this is this, it will be really cool because I'm really enjoyed with it. English using and Russian, and I will translate for you more, maybe correctly, okay? It will be really nice. But it's your choice. Oh my gosh, my... So slowly or not? Ah! I see my... Ah, all is good. Okay. Why is lagging? Lagging or not? Okay, let's open video. Now I will describe some moments on the Russian language. You maybe will understand me. But so lagging. Why? I don't know. Okay. First of all. Ты шел по тоннелю. You are walking. You walked on the tunnel. Ты шел по тоннелю. Я шел по тоннелю. Время 8:30. Time is 8:30. Дальше, next. I noticed window. Я заметил окно. Оно было грязным. I noticed dirty window. But next window, next by one more. Следующее окно, next window, было, was clean, чистым. И, and, мы, I and you, viewers, мы посмотрели в него. We looked to the window. Yes. After, после, я был на станции метро. I was in the subway station, railway station. Станция метро, станция железнодорожная. Железнодорожная станция. Станция метро. Железнодорожная станция, it means railway station. Там, there, я увидел, I noticed, gallery. Я заметил изображение с картинками. Я заметил галерею с картинками. Галерея, it looks like gallery. Выставка is exhibition. Я заметил выставку с фотографиями. Я показал, I showed this for you. Or in the present simple this will be. Мы сейчас идем на выставку, где я покажу вот эти вот фотографии. Вот эти вот is this. These photos. Okay. Здесь я ходил. Here. Here is I walked. Please correct me if I said something wrong in English. This will be like a win-to-win job. I will watch your video, you will watch my video. It's like a transfer of the knowledges. Здесь
я увидел здесь, я увидел вот небоскребы. Небоскребы в ночном городе. Newspapers in the night city. I was watched. Здесь, here, мы, we, went, we went, here, we went on the, we went on the underground passage. Здесь, мы прошли по, предлог, preposition, по. Здесь мы прошли по подземному переходу. Подземному переходу. Много space. Yeah. And here we see bridge. Здесь мы видим мост. Колесо обозрения. Is wheel with this thing. Колесо обозрения. Okay, good. And this is ship, катер. Катер, пароход, теплоход. Корабль. Маленький. Yeah, good. Thanks so much for watching. Really, I was enjoyed with it. Create more wall. And then more you will show for me, then more I will say for you. Correct or not correct. And then more it will be not interesting. Then more it will be like new places. It will be really interesting for me because I will know your city. Okay? It will be really interesting for me. Thanks so much. Really good, good attempt. Nice for English learner. I really understand what you wanted to say. Really need to improve grammar. Need to improve words. More increase vocabulary. Then if you will increase your vocabulary, you will be cooler. You will be great. You will be more how to say it. More interesting for viewer, because now you use vocabulary. I understand, really. I am Russian and I fully understand you. What you said. I fully understand, really. And I understand you. Thanks so much and keep doing it. You will be cool, you will be nice. Thanks so much. And if you are other viewer from the is maybe not wall, please share for me your Russian videos and I will translate it for English and maybe we'll do some of the corrections, what need to improve, what need to do. Okay, thanks so much, see you in the next time. Bye bye. It was EG Rus-esque. Yes, it will be our reacting to your fan videos. Thank you, see ya.